Азербайджане в самом разгаре летний сезон. Кто-то предпочитает отдыхать на морском побережье, а кто-то направляется в бакинский поселок Гавсан, где расположено соленое озеро, которое благодаря лечебным свойствам воды часто сравнивают с Мертвым морем. Этот уникальный водоем известен не только жителям страны, но и многочисленным туристам, которые стремятся попасть сюда, чтобы исцелиться от различных недугов. Корреспондент Москва-Баку тоже побывал у азербайджанского Мертвого моря и увидела чудесные свойства этого места. У меня есть аллергический плавник. Я была на фестивале. Там просто помогает дыхательные пути. А здесь и воздух, сок много, и вода много, да сок. Доктор мне сказал, что это место можно помогать тебе.